Ну что, смотрите, вот я водичку пью. Когда вы ее берете, водичку, да, мысленно можете к ней обратиться, сказать. Ну я обычно так говорю, мать святая водица, пьете ее с любовью и благодарностью. Вот два слова. А сие слово я уже вам рассказывал. Любовь, благодарность. Просто пью с любовью и благодарностью. И эта вода становится для вас целебной. Если кто-нибудь из вас смотрел этот фильм про воду, то много там интересной информации. Ну, давайте смотрите, чтобы совсем закончить тему с сознанием. И вот мне было очень важно понять самого себя. Что мной движет, почему я такой, и как можно самому улучшить самого себя, свой характер. Вот вы знаете, что есть такие понятия, как инстинкты. В переводе на русский язык это означает побуждение. Первое побуждение – это забота о своем собственном здоровье и жизни. Естественно, оно распадается там, на питание, там, заботу, там, занимаемся мы оздоровлением, не занимаемся, там, здоровое питание, нездоровое, вегетарианство и так далее. То есть, первое, забота о собственном здоровье. Второе побуждение – это продолжение рода, которое распадается на любовь, на дружбу, на заботу о родителях и о детях. Третье побуждение, я только что вот говорил, когда стояли петушка, записывали, это уже внучка или внучок, он уже вот такой вот, а он норовит, командует мамой, папой и бабушкой. Я это хочу, я это мне. То есть третье побуждение к лидерству. Каждое живое существо хочет быть лидером. Четвертое побуждение. Раз мы тут все хотим быть лидером, что-то невероятное будет твориться. И четвертое побуждение к справедливости. Значит, хочешь быть лидером, вот дома у себя и будь лидером. А здесь у себя дома я. То есть справедливо все это расположилось, чтобы устроилось. И пятое побуждение – это к творчеству. Кто-то хочет себя выразить, значит, танцуя. Кто-то хочет выразить там как строитель, как спортсмен, певец и так далее, так далее. Так, да? Вот смотрите, пять побуждений, которые побуждают каждого человека, даже более того, если отбросить побуждение к творчеству, каждое живое существо двигаться. Люди, животные, но на самом деле инертные существа, которые побуждают жить, действовать и так далее, через побуждение. И, наконец-таки, как эти побуждения выражаются у каждого человека? Допустим, у одного побуждения к самосохранению, то он там питается, как придется, и это ему нормально. Другой заботится. Четвертый там ездит на какие-то там курорты. Примерно вы поняли, да? Второе побуждение – это любовь, а у одного очень серьезные намерения, отношения, у другого они несерьезные. Забота о родителях присутствует, у другого не присутствует. Дети есть – хорошо, нету – да тоже прекрасно. А что, да ты что, ребенок, надо за него там воспитать, а? Вот, далее идет побуждение к лидерству. Вот я хочу там быть лидером, есть у меня качества, нет у меня этих качеств, но тем не менее я как-то стремлюсь, вот я хочу, и как-то, знаете, вот это для меня очень важно. А для других это совершенно не важно. Там, будешь ли ты лидером или не будешь. Далее у нас побуждение к справедливости. То
То есть на справедливости сейчас у нас перед выборами, грубо говоря, помешаны практически все, кипят и так далее, и так далее. И кто больше, тот кричит еще больше, да? И, наконец-таки, творчество. Кто-то за творчество готов все положить, ему даже не важны все четыре те побуждения, которые были. Уйдите в сторону, дайте мне музыку сочинять, дайте мне там картину рисовать, дайте мне там еще что-то делать, еще что-то. То есть мы с вами плавно перешли к чертам характера. На основе того, как у людей выражены те или иные побуждения, как они их волнуют, так и формируются черты характера. То есть, зная вот это, мы уже можем как-то повлиять, чтобы все эти черты характера были нормально выражены. Заботиться о своем здоровье надо, инстинкт самосохранения, да, побуждение к самосохранению, надо. Семью надо иметь, да, надо, но это не значит, что дети выросли, а вы их все еще кормите, да, и так далее, и так далее. То есть вот эти черты характера должны нормально выражены. И теперь уже дальше, насколько черты характера у нас эти выражены, и если что-то не получается у нас, мы начинаем запускать волнение, эмоции. То есть, теперь зная тот уровень, с которым надо действовать, с уровня побуждений, надо меняться там. А побуждение – это, как правило, уже философия. Как вы относитесь, допустим, к мужчине, как вы относитесь к женщине, как вы относитесь к миру. Один посмотрел на поле, и хорошее там, допустим, поле, птички там летают, зверюшки там пасутся, а другой посмотрел, оно же должно работать, надо его спахать, надо его засадить. А знаете, к чему все это привело? Я тут так вот узнаю. Раньше, ну, может, вы это слышали, было очень много лесов, которые порубали у нас на флот, там еще на что-то. Ну, во всем мире. Оказывается, деревья выделяли фитонциды. Эти фитонциды сдерживали рост грибков. Сейчас, когда все это вот это вот порубали, пораспахали, нету такого количества вот этих эфирных масел, фитонцидов и так далее. И что у нас кругом? Грибковые, вирусные заболевания и так далее. То есть природы нечем их подавлять. И получается, что мы, вот как бы сказать, за каким-то благом погнались, а получили не то, что хотели. То есть вы можете себя теперь вот так вот просто просканировать, и с собой работать осознанно, не понимая, что вот, допустим, почему я волнуюсь, а вы уже будете знать, что это волнение на той или иной черте характера, а черта характера на том или ином побуждении. И когда вот это становится ясным, могут исчезнуть некоторые заболевания, как вот этот вот... Джон Сирано, вспомнил я, написал вот в этой своей книге о лечении, значит, боли в спине. Только одно осознавание этого процесса, что у вас действует вот это напряжение, которое, и раздражение возникающее от страха, от гнева, и спину отпускает вплоть до того, что она вообще проходит. Видите, вообще никакого лечения, но механизм-то, видите, какой надо понять и запустить его. Покончили мы с вами, значит, кратенько, я думаю, с работой нашего сознания, и теперь перейдем... вопрос. Побуждения, правильно, надо уравновесить их все, чтобы они на вас не влияли. То есть я вот себя примерно так сканирую. Вдруг там, общаясь с тем или иным человеком, что-то тебя начинает сначала раздражать. А если уже злить, это вообще явное. То есть тебе что-то раздражает. И вот тут интересно заметить такую вещь. Раздражает
тебя не этот человек, а раздражает тебя то несовершенство твое, та черта характера, то побуждение, которое у тебя, как бы сказать, чрезмерно выражено. Вот. И этому человеку надо сказать: о, большое спасибо, ты смотри, обнаружил мой изъян. И начинаешь на нем так раз его прорабатывать. А почему? То есть, и зная, я говорю, вот уровень побуждений, ты понимаешь, а тебя слишком волнует, ну, допустим, любовь и дружба. Вот. Надо, значит, как-то, ну, немножко поспокойнее насчет этого быть. Поспокойнее, но стабильнее и регулярнее. Да? Это разные вещи. Иначе там вспыхнул, а потом все, забыл, бросил и так далее. Ясно, да? Или еще что-нибудь? Перейдем к следующему, да. Значит, следующее у нас это движение. Ну, смотрите вот на меня. Смотрим на меня, вспоминаем себя. Мы с вами представляем, можно так сказать, губку, пропитанную водой. В этой губке медленно-медленно движутся все эти жидкости. Кровь движется побыстрее, лимфа движется очень медленно, а она должна там все нейтрализовать, очищать, да? Вот, допустим, перистальтика у нас есть, кишечник работает. Ничего я там что хожу, это самое, на камеру там ловится, я так в пределах хожу. Что, чтобы за мной особо не следили там. Вот, все это должно двигаться. Более того, мы с вами приспособлены, оказывается, да, еще вернусь к этому Джону Сирану, говорит, ну как же так? Нам всем внушили, что спина такой слабый орган. Ну не может этого быть. В течение тысячелетий, даже миллионов лет, человек был прямоходящим, и ничего с его спинами не было. И они даже, знаете, что сделали? Американцы, они же такие же дотошливые. Они поехали в племя, в африканское где-то, и стали это дикое племя, смотри, что у них там болит. А спины-то у них не болят. То есть нету тех эмоций, которые в современном обществе, нету тех законов, которые сдерживают человека, ну, например, мы все знаем, Ромео Джульетта, сколько там, 14 лет, а ему 17 или 16 были, да, уже любил. А тут, не, любить нельзя, ни в коем случае. Допустим, человек хочет как-то самостоятельно дальше действовать, он говорит, да ты чего, это уже поделено, ты тут не можешь. То есть куча запретов, которые сталкиваются с вашими естественными вот этими потребностями, идущими через побуждение. Они натыкаются и образуются вот эти вот затыкачки эмоциональные, которые, оседая на спину, на это, вызывают боль. И у вас практически в Америке 85% больных со спинами, с суставами. Представляете, то же самое у нас такое. А у этих африканских племен, говорит, ну только если по спине он хорошенько получил, что-то у него есть. А так у него ничего нет. Спина носит его. И вот после этой методики, говорю, все это прошли любимые. Это как к этому самому. Так вот, у нас, значит, есть здесь вены, которые вот так клапана открываются. Работают. Если мы не ходим, а сели, то у нас этот механизм перестает работать, у нас идет застой. А насчет лимфатической системы, там вообще, ее говорят лимфологам в России, там, ну не знаю, там, не знаю, может там несколько сот человек наберется, таких грамотных, а то еще может меньше. Так они говорят, что для человека, естественно, два состояния, это стоя или лежа. Сидение не просто останавливает ток лимфы, она ее даже разрушает лимфатическую систему. Видите как? Вот поэтому, чтобы прокрутить через себя все это, надо двигаться. И наше естественное состояние – это вот небольшая такая ходьба. Не надо там особо бегать, но ходить, вот это то, что надо. Ходить правильно. И тут как раз, смотрите, тот же позвонок,
межпозвоночный диск, он представляет собой такую как бы это, линзочку, да, все мы знаем. Естественно, она, ну, хрящевая, так, грубо говоря. И туда не подходят ни нервы, туда не подходят ни кровеносные сосуды. А как же она питается, как же она сохраняет свои эти формы? Она сохраняет за счет того, что во время движения так раз, слегка сжалась, потом распрямилась, сжалась, распрямилась, да? Насасывает воду, выбрасывает воду. И за счет этого питается. А вы сели, все там сжалось и ничего. И поэтому не мудрено, что водители страдают, у них уже профессиональное заболевание, это, как правило, с венами, да? Опять-таки со спиной. И сейчас все больше и больше, потому что, ну, неестественно. Надо перерываться, хотя бы ходить. Тогда будет совсем другое дело. То есть движение должно быть для того, чтобы у нас шла нормальная циркуляция. Плюс, я вот пошел, тут, значит, пища какая-то, что у меня там есть, да, в кишечнике, она дребезжит от этого всего, раздражаются стеночки и потихонечку начинает перистальтика подталкивает. То есть все работает естественно. Это очень важно понимать. Когда ведется неестественный образ жизни, то естественно, тавтология такая получается, ничего работать правильно не будет. От самого этого. Вот, значит, ходьба. Потом физические напряжения. Оказывается, физические напряжения, они как бы сказать, вот. Вот эти вот волевые усилия, связанные с проявлением силы, умеренной силы, не надо там, допустим, маленькие какие-то там антеннички, еще такое, они способствуют тому, что влияют на нашу гормональную систему, как бы сказать, ее подталкивают. То есть, если мужчина немножечко занимается там с тяжестями, вот, немножечко, он более мужественный, у него лучше вырабатывается тестостерон. Если он вообще ничем не занимается, ну столько, сколько у него там вырабатывается, столько и вырабатывается. То же самое и женщина. Лучше занимается, ага, значит, лучше чувствует. И значит, примеру наших космонавтов, у нас должна быть, допустим, определенная масса там, тела, которая нас носит и так далее. Если нет достаточной нагрузки, она, значит, хереет. В космос, когда тренированного человека отправляют, то буквально-таки через месяц, через два у него распадается в первую очередь мышечная масса, потому что она там не нужна. Организм приспосабливается сразу же к тем нагрузкам, которые есть в невесомости. Это вообще минимум. Что вот через полгода или год примерно, когда возвращаются на Землю, они вообще не могут даже ходить. Представляете, настолько все это. Так и у нас мы должны какой-то уровень поддерживать нагрузки, которые нормально строят, а то все мы хотим красивыми быть. А что мы для этого делаем? Чтобы тело было, да, нормально, физиологично, носило нас. А да ничего не делает. Да хотя бы ходьба, самый такой простой вид, это оздоровительная ходьба. И не просто ходьба. Вот знаете, взяли палки там и пошли, это, как это там называется? Скандинавская ходьба, все знают. Я, значит, придумал казачий ход, о нем никто не знает. А это лучше. Казачий ход заключается в том, что скандинавская ходьба, вы берете палку и пошли, да? Вот смотрите, что тут у вас работает? Тут палка и все, да? Неправильно. Это просто неправильно. А когда вы берете эспандер, кругленький такой, в одну руку и в другую, идете просто-напросто и сжимаете, а у вас тренируется кисть, у вас тренируется плечо, у вас тренируется, понимаете, от того, насколько сильна кисть, оказывается, настолько будет и хорошее ваше сердце. У вас идет прокачка намного лучше, намного эффективнее, и не надо, знаете, эти палки носить. Мы засунули в кармашек это, взяли там, потренировались опять. Что? Вы можете поочередно, как вам будет удобно. Поочередно идете,
можете быстро поделать, устали, медленнее. Я как раз... Надо махать руками. Ничего, вот вы идете, все, вы можете даже в кармане держать. Опа. Не надо ничего плечами делать, они сами заработают. Потому что от того, что напряжена кисть, у вас уже будет работать. У вас не только здесь работает, но плечо и даже там и в спине будут мышцы напрягаться. То есть намного эффективнее эта нагрузочка, намного лучше, намного быту она. И вы можете посмотреть, да, вот так вот, вот так вот. Там что нужно сейчас делать? Разные есть любой спал? Да, нет, вот просто есть ну, это, будем говорить, можно изощряться. Здесь важно, чтобы работало. Я беру простой резиновый спандер. Вот, бросили там его в сумочку или в карман. Пошел на работу, с работы, в магазин, с магазин. Даже никого не это. Раз, идешь там, да, и все. Это не то, что давишь, а как тебе комфортно давишь. Вы заметите, насколько у вас изменится ваше ощущение, насколько вы как-то окрепнете. Вы подбираете себе как комфортно. Не надо слишком сильный, потому что вы устанете. Здесь, смотрите, важна такая нагрузка, чтобы вы примерно почувствовали, что кулачок у вас как сердце. Ну, я же говорю, что кулачок это сердце, хотя я думаю, сердце-то побольше. Лично он у меня, чтобы у меня маленький кулачок, чего сердце такое маленькое. Вот. И чтобы комфортно, чтобы она работала. Опа. Грубо говоря, там есть, вы знаете, 15 килограммов нажатий, есть там 30, есть и больше. Ну, подберите такой, чтобы вы ходили. Чувствуете, что она вот, работает у вас. То есть главное работа. Как с этими палками, работа вроде как идет. А здесь она эффективнее. То же самое будет, если еще руками будет, но эффективнее. Потому что с палкой, вот просто представьте, вот видите, вот такое движение пассивное. А когда вы сжимаете, вот так идет, совсем иная работа. Значит, движение необходимо для того, чтобы наше физическое тело работало нормально. Если не будет движения, оно создано с учетом того, чтобы функционировать нормально только в движении, это спокойная ходьба. Не бег, не это там. Вот. Будет нормально. Дальше. Вот я столкнулся с такой вещью, как распорядок дня. Думаю, а зачем вот там распорядок дня там вот так не нужен? И когда там я начал вот эти биоритмы для себя там исследовать, я обнаружил очень интересную вещь. Там, допустим, интересные такие процессы происходят. Вот если взять, даже отвлечься от восточной медицины, а просто-напросто взять процессы, которые происходят в природе. Утро раннее, да, там с 5 до 7, хочется, написано, ну, работает толстый кишечник в туалет. Что происходит? Происходит конденсация и выпадение расы. И у нас тут тоже раз, и роса там все это там происходит. Далее у нас солнышко, значит, начинает там разогреваться и активизируется желудок. То есть первый прием пищи, вот, что там животные тоже стали, они там походили много, то есть все, и потом давай что-то там есть. Потом у них там первый будет. Самый жаркий. Жаркое время, это примерно с 12 там, до 2 часов, полдень, да? То есть полдень и теплота, и наш пищеварительный огонь, они невольно связаны вместе. И если мы в это время принимаем пищу, мы тем самым помогаем, вот этот природный огонь, он нас помогает переваривать. Далее у нас там вечером тоже там идет и роса, мы можем туда в туалет, мы можем сходить. И такие периоды легкости. Если этот период легкости мы с вами застали,
Так, если с 5 до 7 у нас роса выпадает, то где-то с 3 до 5, но это летом особенно, да? Там у нас вот как раз какая-то вот прохлада такая будет. То есть, говорят, если вот в это время встать, вы эту легкость в течение всего дня будете иметь, представляете? С 3 до 5 утра. Ну это как раз это самое. Это лето, лето. А сейчас примерно так вот подладьте там, ну хотя бы, грубо говоря, там тут вставать. Вот как только засерело, вот уже можно и вставать. И как раз вы попадете в ритм, то, что надо, легкость. И дальше можно то, что надо. То есть вот эти вот ритмы оказались, как бы сказать, энергетика природы, энергетика самого космоса поддерживает работу нашего организма. Мы думаем, знаете, что мы тут это, сами тут готовы все, что угодно сделать. Да попробуйте поработать в ночь. Да, и некоторые из вас работают. Если так они так поработают, не это, то же, грубо говоря, дня через день уже там никакие. Да? Так, может, надо отсыпаться, надо еще что-то делать. Вот. То есть совершенно не то будет.